Засмеялся, подписался. Опа, тут уже дед Харплей, короче, у нас. I'm Swedish. Он шведа на немецком втирает. А чё у него в глазах отражается? Советская власть. Призрак коммунизма. Это где-то в Дании, по-моему, не? Не, это не, это Германия. Союз смеха представляет. Спонсор выпуска — компания 1xBet. Самый... Осуждаю! Еще и аниме поставили. Чего? Получи много крутых бонусов. Чего не 2 сантиметра пишут? Почему минус 2 сантиметра? Пока поразвлекаю публику. Дебилы, чтобы не писали про минус 2 в чате. Вы что, тупые что ли? Сегодня вы ему гранату. Нахрен вы форсите эту тему про минус 2? Мне даже Леха сегодня пишет, а что за минус 2 у меня все в чате пишут? Реально, как только начинает говорить Russia Fire, начинает чате спамить минус 2. Пацаны, хорош. Иначе бабы будут думать, реально у меня минус 2 и мое. Ну перестаньте это. Банить всех, кто минус 2 пишет! Что даете? Завтра РПГ дадите, а послезавтра что? В рот тебе дадим! Бля, послезавтра понедельник, сука. Оп. Здрасте, 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 там двое ползают. Enemy spotted. Давай, 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 давай. Ну, блядь. Тупо тиммейты. Пацаны, вы, блядь, нормальные? Мы не можем человека взять за шкирку и... Пацаны, мы ща пойдем в PUBG зомби мод играть, отвечаю, вот это ща рофл будет. Тащить его по улице, он такой, дайте мне купить это говно, дайте мне. Мы так делать не можем, и к батарее типа людей приковывать наручниками тоже не можем. Надо дверь фастом ставить. Извините, ошибся дверь. Могила, медгила, блядь. Кто-то жопой повернулся. Какие из этих качеств свойственны твоему характеру? Многосторонний. Киберчеловек. Живость не надо. Живость, да, это лишь. Оплатите смс. Ой, это же фанат Тойоты хочет трахнуть меня взад. Кажется, мне надо бежать. Опа, опа, опа! Заработал! И теперь мы положим нашему соперничеству конец. Привет, Солер! Привет, Кулху! А, то есть, сразись со мной, чудовище, если ты достаточно свет! Улетел, пацан! А, это же фильтр, знаете, типа, лицо накладывается. Нужно ли вам ее брать или нет? Вы знаете, вы знаете, что делать дальше, вы знаете. Слышь, купи! Примерно миллион, миллион двести. Ну, примерно так. И сегодня мы, как всегда, разыграем 10 тысяч рублей на твой телефон. 10 тысяч рублей. Нифига себе, пусть! Опа, Ванька сейчас. Ага, значит, я в России. Но надо понять, в каком я городе. Выглянул в окно. Там была сгоревшая машина, разбитая дорога и грязь повсюду. Блин, да это может быть любой город России. Жиза. Я бы такую собаку удушил бы, я просто удавил бы, я просто взял бы ее вот так голову сжал бы, чтобы у нее вот эти вот... Ну куда ты пошел, пес? Камень! Ура, она не умерла! Ненавижу стримеров, которые орут постоянно! Нельзя спокойно разговаривать! Задонатьте, если хотите, на лечение и все, что вы любите. Ага. Покувыркаться не завернуть?
приехали. Да было. Что ты ожидал-то вообще? Когда ушла, тут чел въебался в сено. Ну, в сток сена, который разрушается на Эрангеле, поняла? А на Мирамаре он не разрушается. Он с сидури въебался на мотике и взорвался нахуй. И он такой, блядь, чао нема, нахуй. Коротко о моей жизни. Нифига круто сделали. Это что было такое? Знаете, как стон обычно кидает, типа, на пару видео, послушай песню прикольную, и ты включаешь там такая, такая, короче, порнуха врубается. Фирма Audi испытала гоночный бензин из отходов. Не, прикинь, да, отходы ездят на отходах. Не, не смешно? Я уже неделю на работу хожу и ни разу еще туда не пришел. Курица. Ребят, я вам буду записывать выпуск звонков. Я вам буду записывать выпуск звонков вне стрима, пацаны. Вне стрима буду вам записывать выпуск звонков, окей? Вне стрима буду записывать вам выпуск звонков. Сакари. Ну хоть не пельмени. Че ты, блядь, имеешь в виду против... Там это, против пельменей, да? Слышишь? Нет? Че она против пельменей гонит, я не понял. Так. Охуела, что... Светка, как изменять и не париться? Не трахайтесь в бане. Блин, тонко, а? Нифига, кстати, никогда об этом не думал. Все? Сколько тебе лет? Ты кому? Опа, зверь! Да, тебе. Мне 21, а тебе? Ой. Что дает подписка «Элитный конь»? Так, я для этого даже сделал большой экран. «Элитный конь» дает тебе такую невероятную фичу. Ты попадаешь прямиком в сердце Крашу Пайверу. Он запоминает тебя до конца жизни. Или, по крайней мере, до конца того времени, пока работает твоя VIP-подписка «Элитный конь». Как только твоя подписка «Элитный конь» пропадает, ты улетаешь из сердца Пайра, как какое-то чмо. А так, пока она работает, ты там. Понял? Вот и все. Эй, старый, мне 21, взяли за шкварный меня, черт. Че за спам-чать, алло? Неважно, у нее пизда есть. Вай, руку бери, эй! Художественный фильм спиздили. Наконец-то, майские указы начали выполняться. Увеличивается размер зарплаты президента и премьер-министра на 4,3%. Я говорю, я видел это своими глазами. Говорит, танцуй, по ногам начал стрелять. Бах, бах, бах. Нифига как танцует, а? Друзья всячески пытаются помочь. Дело доходит даже до запирания в изоляторе. Но ломка оказывается сильнее. Начальник! Начальник! Рядовой, вы все еще без формы. Я дал вам прямой приказ пойти и получить обмундирование. А ну прочь с глаз моих! Мяу. 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 Все еще хуже, чем я думал. Ёб рот, б***ь. Один не падал, лысо. Да, был стать момент, где чел, короче, падает, знаете, на землю там, типа, и начинает там брейк танцевать.